отличная погода, освобождение от учебных занятий и настоящий спортивный праздник. Как раз то, от чего всегда в восторге студенты. Спортивные состязания в Омской области среди студентов средних специальных и высших учебных заведений проходят в течение всего учебного года. Финальным этапом всех прошедших соревнований учащихся стал первый спортивный фестиваль, организованный Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Финальная часть в этом году решено сделать именно в форме спортивного праздника. 6 видов спорта вынесено на финал. Это позволяет, наверное, сделать такой хороший акцент именно на студенческом спорте, дать возможность ребятам очно посоревноваться, подвести итоги и сделать это именно в форме праздника. Праздник здорового образа жизни, спорта и молодости принял комплекс «Сибирский нефтяник». В студенческих соревнованиях были представлены более 40 команд из 8 высших и 40 средних специальных учебных заведений. Ребята отстаивали честь своих «Альма-Матер» в соревнованиях по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию и гиревому спорту. Принять участие в фестивале и попробовать свои силы в спортивных баталиях, оставив на время ноты, скрипки и фортепиано, решили даже студенты музыкального училища имени Шибалина. Для них главное – участие в таком крупном спортивном мероприятии. Так как мы все-таки музыканты, у нас как бы мало времени заниматься каким-то профессиональным спортом, чаще всего бег, любительский. Тем временем совсем не любительский уровень игры в финальном матче показывали волейболистки Сибирского государственного университета физической культуры и спорта и Омского государственного технического университета. Под сеткой развернулась нешуточная борьба за звание чемпионов. Студентки политеха оказали достойное сопротивление почти профессиональной команде «Сиббувка». В итоге победа за физкультурницами. На стадионе проходили соревнования по гиревому спорту, легкой атлетике. И здесь зрителям и болельщикам было на что посмотреть. По итогам состязаний в комплексном зачете среди неспортивных вузов первенствовала команда Политехнического университета. Среди спортивных учебных заведений равных не было сборной «Сибгувк». В первой группе среди сборных и средних специальных учебных заведений лидерами стали учащиеся Омского педагогического колледжа номер 2. А во второй первенствовали представители сельскохозяйственного техникума «Омский». На этом спортивном празднике не было проигравших. Каждый из участников унес с собой массу положительных эмоций, заряд бодрости и стремление победить в следующем году.